Сегодня мы проходим движение Shuffle 2.0. Сложное, крутое, зрелищное, эффектное и эффективное. Тематическое. Многие танцоры шафла так и не умеют этого делать. Сейчас я вам покажу, как его делать, но главное предупреждаю. Если вы новичок, лучше посмотрите мои видео, как научиться танцевать шафл. Это для тех, кто хочет вывести его прямо на новый уровень. Поэтому движение так и называется Shuffle 2.0. И учтите, оно не просто будет новым движением в вашем ассортименте, оно дает целый новый спектр интересных движений, разблокирует целое древо новых видов движений. Поехали. Итак, чтобы понять, как его делать, нам нужно будет применить совершенно новые мышцы. Когда мы танцуем шафл, мы обычно берем просто ногу, вот этими мышцами поднимаем и опускаем. Все очень легко. Неважно, это классический шафл или новый шафл. Тема одна. Вот эта мышца поднимает и опускает ногу. Но если мы хотим делать шафл 2.0, нам понадобится вот эта мышца, которая сзади. Потому что мы будем вместо того, чтобы поднимать ногу и опускать, мы будем вторую ногу в этот момент отводить. И это движение даже важнее, чем базовый шафл. То есть, по сути, будем делать вот такое движение. Если вы никогда его не делали, поначалу вам может даже свести мышцу. Но это пройдет. Нужно просто повторять, как это реализовать. Чтобы научиться делать шафл 2.0, мы воспользуемся методом Свена Оттона, который называется Shape Shifting или V Travel. Ну, Shape Shifting в оригинале. Что мы делаем? Вы должны освоить движение, которое я сейчас покажу. Пока вы его не освоите, к шафлу 2.0 подступаться рано. Показываю Shape Shifting. Пока вы не можете прийти к камере на этом движении, вам нужно осваивать только его. Еще разок. Вот требуемая скорость. В чем движение Свена Оттона было, когда он это придумал? В том, что вы идете к зрителю на как бы шафле. Как оно делается? Вы на первом прыжке открываетесь, а на втором движении просто закрываетесь. Просто в елочку. Потом открываетесь в другую сторону и просто елочка. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И посмотрите, как будет выглядеть шейп-шифтинг у человека, который его отработал и делает его классно. Вполне нормально. Еще разок. Да, даже так танцевать уже прикольно. Заходите так в клуб, и все девушки будут ваши. Ну, или парни, если вы девушка. Но это движение дает нам шанс перейти на Shuffle 2.0, выйти на новый уровень. Как его делать? Нужно к уже привычному нам движению, наработанному открытие, добавить движение вот этой ногой, которая по сути ничего не делала. Ведь мы открывались правой, и тут была вся сила. А левая просто подпрыгивала. То есть смотрите, все, что делала левая нога, это вот так. То есть она халтурила. И чтобы выйти на новый уровень, нам нужно ей начать активно двигаться. А именно, мы не просто открываемся, мы открываемся и одновременно вторую ногу сильно уводим по диагонали. То есть встаем в такую нестандартную позицию, как бибой. Как это делается? Сначала делайте вот так. Открылись, ногу подвели, чтобы сформировать нейромышечную память. И потом закрываемся. Закрылись. Как в шейп-шифтинге. Теперь снова. Открылись, ногу подвели. Закрылись. Открылись, ногу подвели. Закрылись. Открылись, ногу подвели. Закрылись. Что это за открылись и подвели? Я взял одно движение, которое вы должны сделать единым движением, и разбил на две части, чтобы вам стало понятно.
и вы также его тренируете. Потом ваша следующая задача, когда вот так станет комфортно, ваша задача сделать это одновременно. Закрылись. 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 Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Понятно, что делать так постепенно будет под музыку сложно. Начинаем в половину темпа. Итак, это момент, где половине зрителей, или даже больше, нужно выключить это видео и идти выучить оригинальный шафл. Потому что дальше сложно. Поехали. Пробуем сделать шейп-шифтинг модифицированный шафл 2.0 в половину темпа. Это я делаю в половину темпа. Заметьте, закрытие никуда не делось. Оно тут было, так и было. А вот первую часть еще разок надо сделать с большой подачей задней ноги назад. Задняя нога назад. Это не хип-хоп, и вы не успеете сделать кач и назад. Вы нужно будет все делать резко. Тыц-тыц. Буквально. Тыц-тыц. 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 Сейчас мы будем с вами делать по схеме. 4 медленно, чтобы разыграться. И 4 быстро. И это еще один момент, где нужно поставить на паузу и попробовать самостоятельно. Погнали. 4 медленно, 4 быстро. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Ого! Кто-то сейчас скажет, вот это прикол, как это получается. А все то же самое, смотрите, на скорости выглядит раз, два, три, четыре. Это движение невозможно сделать поворотом таза. Как многие делают классическое движение Running Man, Polly Pocket, вот это вот. Это совсем другое. Тут мы с учетом таза просто делаем разножку. Это легко. Чтобы сделать шафл 2.0, нам потребуется усилие задней мышцы, чтобы ногу отодвинуть назад. То есть, вот такое движение и вот такое движение имеют очень мало общего. Во втором случае вы уже претендуете на очень высокий advanced уровень. Поехали под музыку в половину темпа и в полный темп. Сейчас будем делать весь трек. Играет, кстати, трек NFX Statement. Он специально создан для танцоров. За него нету жалоб на нарушение авторских прав. Я хочу, чтобы вы сняли под него вашу версию Шафла 2.0, выложили на YouTube или еще куда-нибудь и скинули мне. Или можно скинуть в Telegram группового редания. Мы посмотрим, оценим. Обязательно скажем, что прокачать. Никто не ожидает с вас в идеально выполненное движение. Но если смогли, то такое. И вообще, воспринимайте это как вызов. Все танцоры, которые подписаны на наш канал, я вам вызов бросаю. Я жду, как вы сделаете это движение. Но если я увижу вот это движение, назовем его казанские танцы, то это сразу нет. Нам надо именно шафл 2.0. I got no thoughts.
Ooh.